Полиция Нидерландов занялась тренировкой орлов. Хищных птиц там решили использовать для борьбы с беспилотниками. Как отмечают в правоохранительных органах, дроны все чаще применяются в преступных целях. Журналистам продемонстрировали, как происходит перехват. На кадрах орел догоняет квадрокоптер и уносит его в безопасное место. Мы пытаемся оценить, насколько эффективно использовать хищных птиц на службе. Пока все тренировки проходят отлично. Я считаю, что в ближайшее время мы начнем это практиковать. Думаю, птицы будут готовы работать уже в этом году. По словам полицейских, беспилотники не наносят ущерба птицам, а вот зато сами хищники во время тренировок ломают слишком много квадрокоптеров. Так что обучение пернатых оказалось довольно затратным.